Жители села с полудня начали собираться возле мечети в Кантышеве, чтобы принять участие в уже традиционной благотворительной акции «Сах» по случаю 78-летия со дня депортации ингусского народа в Среднюю Азию и Сибирь. Прежде всего, пришедшие почтили память погибших и прочитали зикр. Мусе Халухоеву было всего 6 лет, когда его семью вместе с остальными депортировали в Казахстан. Несмотря на маленький возраст, дедушка ссылку помнит очень хорошо. Несмотря на то, что очевидцев тех событий с каждым годом становится все меньше, об этих временах не забывают, да и вряд ли смогут когда-нибудь забыть. Совершив обеденный намаз, собравшиеся приняли участие в благотворительной акции. После этого старейшины прочитали мавлид. Сплоченность и единство народа помогли вынести те страшные 13 лет. Но за каждой тягостью следует облегчение. И вот уже 65 лет наш народ живет в мире и согласии. А это и есть залог счастливого настоящего и будущего. Идрис Ижиев, Магомед Дедигов, Новости 24.